Здравствуйте, я Артем Бражник, солист Харьковской областной филармонии. Уже почти полчаса, как закончился мой очередной сольный концерт в одном из залов филармонии. Это был концерт западноевропейской вокальной музыки, в котором прозвучали вокальные сочинения выдающихся мастеров Западной Европы, которые являются юбилярами этого 2020 года. Это были Иоганн Себастьян Бах, Гендель, Перголези, Глюк, а также Бетховен, Шуман, Сен-Санс, Легар и Оффенбах. В данном концерте, который состоялся сегодня, 24 ноября 2020 года, прозвучало очень много произведений, 22 номера я спел. Но, как всегда, в своей программе я приглашаю еще каких-то музыкантов, которые дополняют мой репертуар и усиливают меня, вдохновляют меня. Например, сегодня в моем концерте выступила скрипачка Елена Мальцева, которая является артисткой нашего академического симфонического оркестра. Также, как чаще всего, моим главным партнером, моим концертмейстером, музыкантом моих концертов сегодня принимал участие, аккомпанировал мне, также и солировал на органе, на фортепиано знаменитый харьковский и всеукраинский органист, пианист, которого знают не только в Украине, но и в ближайшем, и в дальнем зарубежье. Это Станислав Александрович Калинин. Я рад и счастлив тем моментом, тем счастливейшим моментом моей творческой земной жизни, когда я выхожу на сцену, когда я вижу полные залы людей, людей искренних, настоящих ценителей и меломанов, каковых, оказывается, в Харькове еще очень много. Меня знают, на мои концерты приходят, на мое имя регулярно звучат вопросы в адрес билетной кассы. Когда следующий концерт Артема Бражника? Это, конечно, очень лестно, очень приятно. И за это мой низкий поклон и большая благодарность каждому зрителю, который приходит в концертный зал. Вот каждому я низко кланяюсь и говорю спасибо, потому что ради вас я живу, для вас я живу, для вас я стараюсь. И вы меня вдохновляете, вы помогаете, даете мне стимул для дальнейшего моего созидательного творческого труда. Дорогие мои поклонники, меломаны, ценители моего дела, ценители высокого искусства и большой музыки, я еще раз выражаю вам благодарность за то, что вы всегда со мной. Спасибо вам за ваше содействие. Я вам хочу пожелать бесконечно долгих лет жизни, здоровья, благополучия, чтобы вы всегда были со мной, потому что вы мне очень нужны, а я буду рад для вас стараться. Приходите на мои концерты, будьте счастливы, будьте богаты. Будьте долговечны, будьте бессмертны. Сегодняшний концерт был просто фантастичен, а сама программа была насыщенной и разнообразной. Могу сказать с уверенностью, что, находясь здесь, я просто прекрасно провела время. Чего желаю и всем вам.